Позвольте, дорогие дети, дорогие родители, от имени театра поздравить вас с Новым годом. И как всегда в этот замечательный торжественный день позвольте мне выполнить почетную миссию. Позвольте мне пригласить на сцену архиепископа Бакинского и Азербайджанского владыку Александра. Мой дорогой друг Александр Яковлевич, дорогие друзья, дети, родители. Мы сегодня собрались здесь, в стенах Русского драматического театра, для того, чтобы сделать вам подарок, сделать детям подарок, сделать взрослым подарок, новогодний, рождественский подарок. Принято всегда на Новый год и на Рождество детям дарить подарки. Ну, родители об этом стараются, бабушки, дедушки. Но стараются не только родители, бабушки и дедушки, а стараются все те, кто когда-то были детьми, кто получал подарки. И вот память об этом в наших сердцах живет. И хочется вам сделать такой подарок, чтобы вы ощутили радость, чтобы вы поверили в то, что Новый год будет замечательным, добрым, хорошим. За то, чтобы вы поверили, что на Рождество в этой жизни происходят чудеса. И вот эта наша с вами встреча стала уже традиционной. То есть она не только в этом году происходит, она и в прошлом году была, и в позапрошлом. Мы с вами встречаемся, общаемся и радуемся тому, что наступил Новый год, а Новый год наступает от Рождества Христова, потому что современный наш календарь, современное летоисчисление ведется от времени рождения Христа. И эту традицию нам помог заложить замечательный человек Александр Алексеевич Иванов. Ну, мы друзьями остаемся, и в нашей дружной компании был такой замечательный человек Александр Алексеевич Иванов. Люди старшего поколения его помнят, молодежь кто-то видел, кто-то знал, кто-то не видел и не знал, но это был замечательный человек. Он много лет проработал с нашим общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. И очень много знал интересного, был добрым человеком и спешил делать добро. И вот одна из таких замечательных идей – это детям создать праздник, чтобы дети почувствовали и радость Рождества, и радость Нового года, чтобы у детей был оптимизм. И Александр Яковлевич с радостью откликнулся на его предложение. Он тоже много видел в жизни. И родилась вот такая идея рождественского праздника, новогоднего праздника здесь, в стенах Русского драматического театра. Но я вижу, сегодня много собралось гостей. Значит, память этом празднике жива, остается, что люди приходят, что стремятся. Ну, а труппа Александра Русского драматического театра и главный режиссер Александр Яковлевич, и директор театра Италиат Мерин, они вот эту идею поддерживают, развивают и стараются всем нам с вами сделать приятно. Вот сейчас мы с вами увидим эту новогоднюю сказку, почувствуем, как добро побеждает зло, как много доброго, интересного в нашем мире. Ну и завтра, после сегодняшнего представления, мы будем чувствовать себя совсем по-другому. Нам будет хотеться трудиться, учиться, слушаться родителей, дружить с друзьями. В общем, может закончиться быть добрыми, замечательными людьми, о чем нам расскажет сегодняшнее представление. Александр Яковлевич, с благодарностью вам. И дай Бог, чтобы мы с вами становились лучше. Ну и еще хочу сделать одно предложение.
чтобы все, кто здесь присутствует, полюбили русский драматический театр. Это очень интересный коллектив. Они делают много интересного, замечательного. Когда бываешь здесь, то чувствуешь, что в жизни, кроме обыденности, есть и праздник, что в жизни, помимо злого, есть много и доброго. И вот артисты этого театра доносят до сознания и молодых людей, и людей старших, то, что в мире много интересного и доброго. И сейчас мы с вами к этому доброму приобщимся. С праздником всех вас, с Новым годом и с Рождеством Христовым. Что делать? Жаль. Нет.